Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Уютные и комфортные трикотажные вещи – основа осеннего гардероба. В сегодняшнем выпуске самые лучшие из них, которые пригодятся вам в наступающем сезоне. Сложно представить нам гардероб без трикотажа, и именно из-за мягкости нужно быть очень осторожными с точки зрения коррекции фигуры, так как ткань достаточно плотная и не придаст необходимого объема миниатюрным женщинам, и наоборот, полным подчеркнет проблемные места. Трикотажные жилеты с нами уже несколько сезонов. Обыграть жилет очень легко. Можно использовать как самостоятельный элемент в сочетании с брюками или юбкой, так и миксовать, надев поверх платья или рубашки. Платье из трикотажа – пожалуй, самый идеальный предмет гардероба для прохладного времени года. В этом сезоне нам предложена масса роскошных вариантов. От моделей длины миди до макси свободных силуэтов. Еще пару лет назад стилисты отчаянно советовали приобретать исключительно оверсайз модели. Однако уже сейчас объемные варианты успешно существуют с облегающими моделями. На трикотажный костюм стоит обратить внимание всем женщинам. На сегодняшний день это один из базовых элементов любого сезона. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!